старину считалось, чем раньше зацветет черемуха, тем жарче будет лето. Будете проходить мимо, обратите внимание. А пока 3 мая утром нас ожидает небольшой дождь, плюс 12. Но уже днем осадки прекратятся и воздух прогреется до 24 градусов тепла. Ночью плюс 11. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде утром и днем велика вероятность осадков. Утром плюс 10, днем до 18 градусов тепла. К вечеру осадки прекратятся, плюс 9. Ветер юго-западный до 2 метров в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. В Москве облачно с прояснениями. Утром плюс 14, днем потеплее до 23 градусов тепла. Ночью в столице плюс 11. Ветер западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.